Привет-привет, дорогие друзья, с вами Дэн Силвер. И тут теплота, Дашка. Привет, ну что, привет, Денис? Ребят. Дашка, рассказывай, где мы вообще, что мы? Мы в Кишиневе, мы решили, что будем записывать выпуски иногда из разных мест, просто чтобы вы знакомились, не знаю, с полями. Ребят, на самом деле у нас была фотосъемка мини. Да. И очень много комментариев по поводу клипа Дианы Side by Side. Да, и мы прям нетерпении, да. Очень хотим посмотреть поскорее, потому что русскую версию мы уже видели, нам очень понравилось, просто в унисон, вот, это правда, да, в унисон. Правда в унисон, да, мы вчера смотрели. Да. У нас техника с собой, поэтому нам не терпится посмотреть уже клип. Да, давайте посмотрим, а дальше уже. Да, и очень многие движения пишут, что песня на английском звучит намного круче, да, и мощнее. Да, мне то же самое поэтому... писали, так что подожди, наоборот, да? Да, вот так, right, left. Надеюсь, нас слышно. У нас техника есть, но... Переносная. Посмотрим. Надеюсь, что да. Ну что, все готовы? Готовы, да? Side by side, конечно, я в нетерпении. Я вчера еще хотела посмотреть, но дождалась сегодня, чтобы все было красивенько. Я тоже хотел посмотреть. Все, короче, погнали. Тут прям клип. Да, очень красиво. Кстати, стилистика. Я люблю такой минимализм именно, приятный. Tell me again how much I mean for you. Приятно так. На английском реально звучит покруче, мне кажется. Оно прям звучит супер... Я даже не знаю, как описать. По-европейски, что ли? Да, я думал, будут акценты какие-то. Да. А вообще акцента нет. Look at me. Это уже совсем сказка. What you see, be honest now to me and feel. Can we love again? Намного круче звучит на английском. Вообще, и это правда, вот знаешь, все эти диснеевские мультики. Ага. Вот мне кажется, что это был бы идеальный саундтрек для какого-то мультика «Диана в стране чудес», «Диана и ее принц». Я не ожидала, что будет такая разница. Я тоже. Мне обычно больше нравится... На русском, песни mm-hmm. русских исполнителей. Да-да-да. Вообще акцента нет никакого, знаешь. Класс. Какие они классные! Вообще, да, такой harmonization. Мне очень нравится. Их голоса. Им на Евровидении. Да. Все... Вот кому правда нужно на Евровидении. Не зря все-таки нам советовали обязательно послушать английскую версию. Это теперь моя любимая песня. Я вслушался, даже комментировать не хочу. Это... The end. Да. The end. Это просто невероятно. Мне кажется, что
Это теперь правда моя любимая песня, просто самая любимая. Вот я редко такое говорю на самом деле, но... Я просто еще не отошел, я так смотрелся и вслушался. Да. Очень-очень крутой трек, звучит прям как европейский хит. Да, Я не ожидал, что мне понравится больше английская версия, потому что очень многие писали, я думаю, да нет, мне же русская капец как понравилась. Да, я не ожидала, что может быть еще лучше. Знаешь, конечно, никогда не знаешь, чего ожидать от Дианы, но... Да. Блин. Блин, мне очень-очень хочется послушать ребята, их лайв. Да. И, блин, почему они не участвуют в Евровидении? Будем, давайте выдвигать народным голосованием Диану и Брэннон на Евровидение. Просто я не могу понять, почему. Я не знаю, а интересно, они вообще подавались или нет? Просто это как-то... Кто-то мне писал в комментариях насчет Дианы и Евровидения что-то. Я спросил, там мне не ответили, что Диана будет участвовать. Может быть, вы знаете, было бы здорово узнать. Просто, правда, мне интересно, они просто не хотят участвовать, например, и не участвуют? Или просто это какие-то очень странные отборы? Ну, понятно, что Евровидение периодически такой немножко политический конкурс и так далее, но все равно просто интересно. Ну, трек, конечно, бомба, бомба. Ребята, просто спасибо, спасибо большое, что вы... нам писали, что посмотрите английскую версию. И наконец-то мы ее послушали. Потому что я вчера еще, когда ты уехал, хотел послушать. Я тоже очень хотела, я думаю, надо вот сейчас. Я хотел сам реакции. Думаю, нет, ладно, мы договорились с Дашей завтра. Да, мы уже дождемся. Да. Ну что, спасибо вам большое, что вы были с нами, что вы посмотрели этот прекрасный... Да, ребят, спасибо всем большое. Я уверен, что вам тоже понравился. Пишите, ну, по-любому пишите свое мнение, да. Хотя вы писали уже на русскую версию очень много, значит, английской. Да, спасибо, и мы увидимся с вами совсем скоро. Да, всем хорошего дня, вечера. Пока-пока. Всем пока.